Всем привет, с вами Топси. В этом видео я попробую пройти подвал. Еще ни разу его не проходил. Видел, как проходит, но не уверен, что я запомнил. О. Так, ничего не понимаю. Как? Так, ну. Давайте. О, видите, недолет. Прикол. Подождите, ничего не понимаю. И как на скорость играть? А зачем мне открывать ворота, если я могу просто перепрыгнуть? Че, неужто? Так я бы их мог перепрыгнуть. Ладно. Так, ничего не произошло, вроде бы. Ну ладно, закрутилось что-то. Видимо, придется обратно бежать. Так и мне, похоже, надо просто прыгать, да? А. Кто-то поймал. Это каша жестко. Так, я ничего не понимаю. Я свалился куда-то. Может быть, достаточно зонтик кинуть? Ой. Зонтик в выход кидаю и прошел, допустим. Не, ну я, конечно, непрофессионально пока прохожу. Надо будет спидран делать скоро. Что такое-то? Что неинтересно. Я же, похоже, почти что прошел. И чё? Ну ладно. Беги, беги. Да. 5:25. Ха, давайте так. Как будто бы. Ну а как так-то? Должен дать.
пройти. Не дает обмануть. Вот дали же пройти мимо. О. Вот это я вообще молодец. Извиняюсь, что так криво прохожу. Но больше никак не умею пока. Нормально, мне еще несколько жизней, видимо. Ты чё? Чё-то я ничего не поняла, врезался куда-то. Очень много придется тренироваться перед тем, как буду проходить на скорость. Нормально так мне. Сейчас не повезло. Так, и что это? Свет не дает пройти игру. А, надо ждать, может быть. Пока что на скорость ждать нельзя. Я даже включить не могу. Вообще прикол просто какой-то. О, спиной. Так, сматываемся. Ну вот так тоже. На скорость будешь проходить. Вот так особенно. Придется всю игру заново перепроходить. Вот или так. Тоже нормально. Не знаю, давайте смотреть. Подождите, я ничего не понимаю. Откуда я, куда я должен прыгнуть?
Так, ну ворот открыл. Уже хорошо. Сейчас посмотрим, повлияет ли это. Будут ли они открыты. Да, они открыты. Давай, убегай. Офигеть просто. Тут еще так предметы стоят неудобно. Вот еще это тоже. Можно отсюда кидать поближе. А! Вот вам прикол. Так что не кидайте никогда оттуда. Предметов-то не хватает в руках. О. Так, мне надо максимально с высокой точки прыгнуть. Желательно отсюда. И сразу перелететь вот сюда. Вот так. Все, здесь я вообще совершенно не знаю, как проходить. Не хочу тут тратить полчаса или час. Поэтому давайте прохождение концовки оставим на следующее видео. Всем спасибо за трудный просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь. С вами был Топси. Видите, что я делаю? Всем пока.